Пошла свелка. Так, у нас окуни на Косодаковский. Айончик 55-й в диповом исполнении. Вот тут прям пристали на Курбатовском затоне. Прям ветром нас приделало к травке. Я на домике пирами. Сейчас покидаю немножко, тоже прокину. Прямо вот здесь вот под ногами клюют окуни. Вот. Сыном уже штук 4 поймали или 5 отпустили. Правда, мелкий. Но выходит. Вот уже поклевочка. Такие вот окуняшки у нас. Вот на домике пирами уже поймали. Вот такой вот съедобный. Вот видите, ловит. Опа! Все, готов. Слетел окуняра. Смотри только на травку. Вон он. Сейчас опять будет поклевочка. Наверняка. Да, да, вышел. Прям выходит и сразу бьет, атакует. Прям священного окуня. Ну, такой вот окунерла. Вон у него окунерла. Вот, это уже, какой у тебя по счету-то? Пятый, наверное, пятый, да? И у меня второй. Потому что пока собирался, пока чего. Но мы таких сегодня брать не будем, чтобы не тащить груз сильно большой, да? Но для наслаждения нормально. Сейчас будем испытывать другие приманки, поиспытываем, пока есть возможность. Раз здесь их целая куча собралась. А представь на том месте твоем. Да, представляю. Сейчас попробуем вот блесенку. Вчера я ее почистил. Это Колумбия. 3,5 грамма. Вот, сейчас попробуем на блесенку. Помать. Вот он уже сидит у него. Там еще стая целая. Там целая стая, прям, ну, как в аквариуме, грубо говоря, ловишь. Для удовольствия вообще шикарно. Можно было даже, как говорил сын, взять фарио, попробовать. О, нормально. Ну, что ты как рыбу называешь? Сейчас мы попробуем блесенкой. Попробуем. Опа, и на блесенку сидит окунишка. Да, только вчера ее приобрел. Вот. Она дешевая. Я ее обчистил только. Она была яркой, в форелевой раскраске. Вот. А так на блесенку ловится. Ну это так, для нас это теперь, Кирилл, мелочь. Смотри, меня не запутай. Сейчас еще проводочку на эту блесенку. Опа, поклевки есть, дерги есть. Есть, есть. Вот он. Он на блесенку берет. На блесенку тоже, правда, помельче. Заметил. Нам сейчас все перепачкает, что. Вот так вот, он такая. Прям вот, вот тут берет. Смотри, как прям. Да, интересно. Слушайте, блесенку я снял. Интересно, а он будет брать, если просто вот опустить и подергивать? Мне кажется, он так на блесенку будет брать, как ты вот делал. Вот смотри. Папа, тонем, тонем. Папа, я веду. Где ты ведешь? Вот тут и прям около тебя. А, вижу, вижу. Опа, дерг, дерг и есть. Ай, пошел. Тут их прям тьма. Нет. Я уже обнаглел, так, но он не берет. Попробуем его туда вдоль травки запустить. Вот здесь вот. Во. Вот там вот. Хорошие тут места прям. Нравится мне в этом году, да, Кирилл? Ага. Вообще супер ловить. Просто на блесенку. Но он вот тут вот скопился опять-таки. Он почти возле. Опа, вот поклевки начались. Опа, поклевка. О, тащит. Вон. У меня тоже вон там стукал. Стукал вон там. Сейчас мы вот здесь вдоль травки попробуем. Я провести могу блесенкой. Вот тут вот. Сколько раз у него пошло?
Качает сегодня, правда, покачивает. Опять морская болезнь будет. Опа! Выскочил, скатил. Все-таки. Кстати, без хватило не отдашь. Ага. Сейчас мы сфотографируем для контакта. Хотя друзья. Да? Вот время 12 часов. Опа, здесь. О, давай я тебя сфотографирую. Смотри. Кирилл. Ну а окунь-то где? Вот. Ой. Все. Так вот, мы еще для контакта сфотографировались. Так, окунишки. Свобода. Спасибо за поклевку, маленький друг. Сейчас будем пробовать другую блесенку. Пока Кирилл тут прикалывается, мы попробуем что-нибудь, что может покрупнее. Вот эту вот фикс-прайсовскую я в тот раз пробовал, она, правда, идет слишком высоковато. Вот. Дна, то есть ее очень сложно заглубить. Но может быть в этом аквариуме у нас будет и поклевка и на нее. Сейчас прикинь, клюнет. О, на нее если клюнет, то должен клюнуть крупный. Она немножко покрупнее блесенка-то. Хотя тут может быть так, что сейчас вот клюет, а через какое-то время перестанет. Может быть и так. Нет, она прям для мелика, эта блесна. Давайте меня перекрыл. Ничего не перекрыл я тебя. Сейчас ее притоплю немножко. А то она уж совсем. Че? Зацепы? Водоросли. Не как водоросли. Она даже не выбирает. Нет, на эту не хочет он у нас брать. Отказывается. Ну, все нормально, правда. Что-то не хочет брать. Аквариум кончился? А, нет, не кончился. Аквариум продолжается. Да, и завод. Смотри. Так, ладно, с этим не будем мы. О, спасибо. Знаете, что я хочу? Я хочу попробовать крэнк. Вот такой, хоть он 8,5 грамм, но как-нибудь в полграмма спиннинг переживет больше, чем нужно. Попробуем косодаковский боксер. Обнаглеем совсем. Сейчас вытащим какой-нибудь большущего окуняру. Опа. Гладко. Ну вот это работает, боксер. Трясет, блин. Чего черные руки у тебя? Сейчас еще и штаны будут все в слюнях. Не, на боксера потом пока не хочет. На боксера в первой проводке. Нет, что-то боксер он не хотит прям. Да папа, он большой для него. Боксер-то? Так я крупного ловлю, не то, что ты мелочь. А, тут его нет. На этом месте, мне кажется. Пап, на крэнке он вообще. Почему на крэнке он не реагирует? Он должен реагировать на крэнке. Я на это надеюсь. О, сейчас щуку поймаю. Поклевка. Ботнул, да, уже? Нет, просто пока аквариум ставить, вот. А просто проводкой он клюнет? Да должен, раз на этот клюет.
Ну, что-то нет достойных экземпляров. Я хочу достойного. Такого. Грамм 300 хотя бы. Которого можно взять. Так. Боксера мы убираем, но я хочу испытать все-таки цуёковские. Я надеюсь на цуёковские воблеры. И не надежду. Давайте попробуем вот такую вот. Забыл, как он, шеф 38-й. Он под чабика сделан. Расцветка, правда, головлёвая, но... Так я ни разу не проводила. Да? Ну там трава, правда. Смотри аккуратней. Тут траву можно подмять. Что, тем более... Диповый. Ага. Слетел. Давай, кидай. Он недостоин. И я закину. Шеф пошел в воду, шеф. Сейчас на шефа всяко будет поклевка. Мне кажется, так я чувствую прямо это. Он хочет проглотить шефа. Около эту. Во! 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 Молодец! О! Тихо, тихо, тихо. Давай ей сюда. Давай она. Шупачок. Какой? Шупачок. Кирилл уже поймал шупачка. Давай, карцанг. Карцанги давай. Ну вот. Щуреночек. О, и окуни прыгают. Ну что, отпустим? Мне кажется, отпустить надо. Возьмем, давай. Он маленький. Ну куда нам такой мелкий, Кирилл? Ну, давай, поцелуй, скажи, зови мамку. Давай, скажи. Поцелуй его. Надо целовать и сказать, зови мамку. Зови мамку и папку. И бабку, и детку. Да. О, вот так вот. Спасибо за поклевку. Помой руки. Вон он. Ну, он сейчас плывет. Помой руки. Он прямо около травы клюнул. Вот здесь, да. Он здорово взял тебя, кстати говоря. Я думал, крупный окунь сначала. Думаю, да, блин, окунь не килограмм, наверное. Вот так, друзья. Меня уже опережают. Меня делают. Этот негодяй, твичингист, браконьер. Во. Вот это да. Вот это окунь. Они издалека берутся. А я, друзья, разлавливаю другие приманки. Но тут, мне кажется, расцветка. Тут больше головлёвая расцветочка у меня, конечно. Поэтому приноровится. Вообще он хорошо работает. Хороший воблер, даже сучку клюнул. Ну так. Аккуратно, подожди, я вот здесь хочу провести еще. Да я сейчас быстро, тут же не надо дергать. Да, да, я могу. Что-то никак не хочет он, а-ля чабик. Нет, вот что-то бил. Вот две поклевочки, вроде два ударчика было, не хочет. Ну ладно, сейчас все. Есть. Вот, вот долбит рыбу. Он не под травой, щучка тоже, мне кажется, тут под травой. Ну да. Но интересно, интересно. Конечно же. Но мы будем упорны. Мы все равно разловим какой-нибудь крэнк. Я хочу разловить крэнк. Грамм 350, наверное. Может 400. Нет, нам 400 грамм было. Потому что как крупный окунь взял вот у нас. Вот. Ну видишь, щучка уже начала выходить. Вон рыбка прыгала. Да я никак приделать вот не могу. Что ты там? У тебя же карцанги есть. Карцанги. Ты сейчас ему всю челюсть. Что ты будешь делать, а?
такая, сейчас ветер, но окуней здесь столько много. Опять мы нашли. Сейчас ловим, я вам ловлю на юзуре тоже долбит, как сумасшедший прям. Сын он тоже ловит, вот. Там он что-то гуляет, то есть возле травы рыба пока, вон, все, он поймал, но мелкого опять, то есть очень много мелочи. Тьма, да? Да, там тая, я не знаю. Опа! Дёрг был прям. Мне кажется, тут серебристый углерок, конечно, зарулит. Но все равно, сейчас попробуем вот сюда вот. Только у меня один серебристый. У тебя что там падает? Пепси. А это? Вот тут её ловит. Ты его старайся все-таки вон туда в траву в воду бросать, а не прямо здесь отпускать. Здесь метки. Трясется. Меня только не забагает. О, я вообще залепил. Тьма тьмущая, как далеко. Он еще на остановках бывает берет. Вот. Приостанавливаешь. Что, перестал что ли? О, нет, не перестал, просто дернул. Но почему-то сходов много. Очень много сходов. Сейчас поменяться надо. Поменяться. Поменяем воблерочек на другой. На серебристенький. Я вон крэнк, по-моему, взял серебристый такой толстячок. Попробуем его. Его нахер. Мелкие, правда, нам будут ловить, мне кажется. Будет мелочь. Ты так их выдираешь этим спиннингом, прям как этих, блин. Фиг знает кого. Мы прицепим воблерок. Да, вот типа того. Вот так вот. Смотри, что-то солнышко зашло, вроде солнечно было. А куда оно зашло? Не знаю, за что там зашло, но. Но какую тучку, это когда надо, оно не заходит. Вон они где? Где? Смотри, куча? Да. А я на крэнк. Интересно, возьмет, нет? Опа, опа, есть. О! Подостойнее или нет? Не наш. Ты меня не перехлестнул там случайно? Давай, вали. Нет. Вроде нет, да. Я все, друзья, сегодня стримлюсь на крэнке. Правда, разловил ксадаковский там. И на боксер была поклевка у Кирилла. И у меня там крэнк сработал вообще писяшный. По окуню. Вот. Сейчас вот Роджера пытаемся разловить. Несколько забросов.
хорошую миножку можно ставить, потому что на миножку все-таки лучше всего на серебристую реагирует. О! 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 Щука! Попробуешь ее выловить-то? Здесь килошка, наверное, была. Окунь. Чего у тебя он как бешеный? Ее можно тоже попробовать, только здесь надо покрупнее воблер. Да, где-то килошка кувыркнулась. Вот вдоль травки, если тебе провести, то может взять, кстати говоря. Давай. Да, это воблерочек поставлю. Будет саму траву закинуть. Траву саму он закинуть боится. Надо забрать, он сюда не может. Там килоха, давай. Да, давай. Мы сейчас тебе этот поставим вот. О, вон там гуляет. Dead float. Это щучка была. Он прям по поверхности идет. Мелкий. Мелководничек такой по мелечкам. Вот, забрасываю вдоль травки и аккуратненько, потихонечку прям. Как он далеко лезет? Ну, вообще, да, он тяжеленький. Вдоль травки прям аккуратненько положи и все. Ну, блин, ну, хоть так. Слишком далеко оно в траве стоит. Да, я попробую провести немножко спиннинг. Хоть кому-то поймать. Ну так близко она, конечно, не знаю, возьмет ли. Это если мы работали. Ты далеко от травы, им бесполезно. Да. Перегораживает мне весь путь. Да. Ни сам не кидает, ни другим не дает. Аккуратненько положила все возле травки. Вот немножко травки. Ты слишком резкий для него рывки делаешь. Я пирамку поставлю. Сейчас буду окуня косить. Вот таким вот. Он здесь почему-то всех лучше работает. Пирамка. Да, не то. Все. Отказались. Слушай, а давай я тебе дам вот этот вот. Его не страшно, если зацепишь даже. Да он большой. Он дешванский. На щуку и окунь может крупную взять. Щучка может атаковать. Раз ты боишься, очкуешь этим кидать. На этот хоть и окунь может кинуться, и щучка. Держи. Так, куда я дел пирамку? Неизвестно. Пирамид потерял. А, вот он.
охотятся. Сейчас глоточек пепси, и рыба будет ловиться по сечке. Я тебе говорю, водил возле травы. Чего, поклевка была? Опа, да. Как они его бешено реагируют? Ну, возле травки, вот проводи. Будет... Возле травки не было. Ну, а тебе щучку же хотел. Пирамка. Да, у тебя бы с первого раза она схватила, вот бы тогда брала. Ее выманивать надо. Ну, щука хорошая была. Киложка точно была. Опа! Ну что ты сейчас лодку проткнешь? Как мне его вытаскивать? Ну ты зачем его так-то вынимаешь прямо? Как это, дуром прямо. Аж выскакивает из лодки. Без одного глаза. Ну что ж теперь делать? Оп. Ну что ты мучаешь рыбу? Да спиннинг мощный, зачем ты так его вынимаешь, прям из воды вылетает аж даже. Ботнул по лодке, поклевки прекратились. Так, друзья, поменяли место, стаскивает везде, здесь вот вроде как заделались, вот окуни здесь и с той, и с другой стороны очень много, сейчас, о, более-менее нормально что ли, да, это можешь взять, то бабушка ругаться будет, что кота не набрали. Слушай, у тебя на 7,5 сантиметров ведь они берут, да? Это мы тебе на щуку, которую ставили? Да. Я тоже беру там. Ну, у тебя, мне кажется, покрупнее вот на него ловится. Шестерка-то, понятно, она прям кожа. Смотри, как кишит. Это там, я там не докину. А вот на семерку они вот интересно лупят, прям здорово. Видимо, живцом питаются таким вот. На пятерку такого нету вообще. То есть шестерку вот надо везти, еще тащить. Ты зачем его туда? Я тебе вроде говорил, возьми взять. Да нет. Не стал брать. Вон она. Птичка? Нет, окунь. Блин, несколько поклевок прямо. Лупит прям. Около берега они берут. Дуром. Ну ты поаккуратней только вытаскивай, а то ты всю лодку в решето сделаешь. Вот он. Тоже взял. Ну мелочь прямо, мелочь. Может приманку укрупнять. Чтоб, может, хоть хватал, хоть нормальный. Это жесть просто. Или попробовать на блесну. Я хочу сейчас поиздеваться.
поэкспериментировать. Вот такая блесна бубуновая пятерочка. Бубуновая пятерка. Сейчас мы попробуем поймать огромного окуняру. О, вон там как долбит он. Да их тут дофига в этом месте. Мы здесь с тобой причалили прям. У нас с одной и с другой стороны здесь все хорошо. А не фигачит. Опа. Картанги помогают. Естественно. Ты не зря же их придумал. Кого? Вот этого? Ну, покаж. Покаж. Да не, не надо. Чё-то на блесну не берут. Странно. Смотри, у меня сейчас вот опять болит. Может, я как-нибудь по-особенному здесь... Опа! Прыжок был какой-то. Блесну атаковала. Или от блесны, наоборот, прыгают. От этой. Выплывает и прям мелочь выплывет к нам в лодку. Ладно. Эта блесна явно не потянет. Да-да, что-то. Вот все-таки щуча. Вон они как шевелятся. На блесну не будем. Вау. Атаки, конечно, грандиозные. Да. Ну, я сейчас поставлю вот корт. Р. От косодаки. Она тоже, по-моему, семерочка. Да, тоже семерочка. Попробуем, может, покрупнее действительно окунь будет. А знаешь, от кого эти пауки? Кого? От рыбы. Чего от рыбы пауки? Что там за пауки на рыбе, блин? На рыбе обычно клещи только если. А ты тут сказки рассказываешь. Людей пугаешь. О! Кортер, 70-ка. В бой пош. Что я сделал, друзья? Ай, провести бы. Не прошел. Кто? Да промазал маленько. Вот если у меня сейчас клянет, то он меня точно не. У тебя спиннинг, ну я тебе говорю, поаккуратнее, в глаз себе вдолбишь. Нет, ты видел, как они атакуют? Сейчас жадные попробуем какие-то. Оттуда тоже. Жадные какие-то. Кортер в деле. Сейчас, наверное, у меня крупные возьмет. Да, как у меня. Смотри прям. С разгона. Слушай, а на этот, вот на твою миноху вот это вот берет. Прям здорово. А на этот что-то... Нифига. Хотя в тот раз брал хорошо. Да это мелочь. Это вообще. Ну да, куда его? Мы туда выкидываем, рыба не прекращает. Ну так ты в траву, пока он там выберется, пока что сделает. Пока нас палит. Странное дело. Почему у меня на этот не берет? Меня интересует вопрос. Тот раз брал. Есть, сел. Видишь, сколько их там просто? Парень там долбил. Это не дергайся, дальше. Может, у тебя тут особенное место? Ой, окунь спит-то как. Смотри, на косодаку вообще не реагирует этого, кортер. Хотя в тот раз...
на него прям хорошо брал. А сейчас ему давай миножку и все. Странное дело. Брат, странное дело. Предпочтения меняются. Чего? Возьми нормально. Опа, есть. Все-таки взял. Добился я поклевки. Ну мелочь. Да этого можно взять. Че, кошкам хоть привезем. Подарок. Ну да, мы сегодня много, кстати, не брали. У нас тут чуть-чуть. Даже ты довезешь. Есть, конечно, крупные щуки еще на первый старт не поймаем. Опа, опа, опа. Ну, убирай. Вон там что делается. Они с глубины не берут, они вот тут где-то ходят. Вот, бьет. Я говорю. Мелкие бьют прям. Мелкие лупят прям. Смотри. Да, крутой. Акробат, видимо. Тут целая стая мелочи. Вот что плохо, они крупному окуню не дадут разгуляться-то. Опа, есть. Сел? Да. Мелочь, да? Блин, какой этот зверюга-то мелкий, а такой упорный. Хвост отдай мне. Только выкидываем туда вон, назад. Я их туда, да. Ты что, куда? Травку. Вроде не вытаскивает, да? Ну там тут зверюги, да, какие-то? Ну нас сейчас травой. Смотри. Тут не надо далеко кидать, зачем мы вот так просто кинул? Да ты мелочь тут, тут может быть вдалеке покрупнее окунь. Просто стоять. Вон они идут. О! Блин, а. Ох, да. Ну это мелочь вообще, которая была. Да. Мелковатый. Сейчас, друзья, на крэнк села щучка. О, что делает она у нас? Фух, аж обрызгало всего. Мамка позвала. Мамка позвала мамку. Вот она. Хорошо засела. Это килограмм? Ну да, около килошки надо есть точно. Блин, а? Вот мы поймали на крэнка и щучку. Да. Я чувствую, что бух. Прям здорово так.